Следующую композицию вот хочу представить вам свое собственное сочинение. Хотя оно написано в таком латино немножко, есть немного джаза. Называется она «Но ты знай». Потому что я считаю, что очень важно, чтобы сохранить иногда отношения, доверять друг другу и понимать природу поведения своего партнера. Что мы вообще-то не друга. Это может быть в разных совершенно, на самом деле, отношениях, но самое главное принимать и понимать того, кого ты действительно любишь и с кем ты хочешь как-то вот делиться своей собственной жизнью. Поэтому он называется «Но ты знай». Знаешь, это время не влияет от меня. Даже настроение не зависит от тебя. Но ты знай, я могу зависеть с полуоборота. Несколько издеваний, уже я не в себе. И что ж тогда ты хочешь не услышать о себе? Но ты знай, я такой, потому что забыть хочу собой. И даже настроение не зависит от тебя. Но ты знаешь, я могу завести с полуоборота. Несколько издеваний уже вену в себе. Так что тогда ты хочешь не услышать о себе. Но ты знаешь, я такой, потому что быть хочу Bom,